Меня зовут Виктория Севастьянова. Я художник родом из России. Сейчас я живу в Германии. Основной темой моего творчества является городской пейзаж. В данном ролике вы можете увидеть процесс создания одной из моих акварелей. Это великолепная улица в Париже, которая вдохновила меня своей архитектурой, атмосферой и спокойствием. Приятного просмотра! Thank you.